шикарно. Народу еще не очень много. Всем моим подписчикам с любовью. Там живем. Наш окна. Сегодня закат на маленьком пляжике Аосейн. Сидим с Владиком, кушаем бублики. А вон там наш папа идет. А ну-ка, иди, папа, отсюда. Ко мне идет. Ой. Хороший, привет. Приехали сегодня на пляж Яну. Смотрите, никого нет. Красиво вообще. Владику мало дома хумуса. Он затащил меня в кошачий дом. Посмотрите на этих красавчиков. Как их тут много. Уже облизывается на мое пирожное. Куклачев. Приехали на остров Джеймса Бонда. Вот она, та самая знаменитая скала. Ничего особенного, если честно. Так выглядит деревня морских цыган. Там у кого-то костерушки сушатся. Вокруг острова. Детки спят. Сейчас. Вот сейчас за поворотом, ребят, как раз те несколько мест, где свод грота низкий, поэтому нам необходимо быть очень и очень внимательными. Вход в пещеру, через которую мы пришли.
попали. Такой оазис. Песик. Песик. Там приехали. На слоновью ферму. Сейчас будем на слонике кататься. Вон он стоит. Владик судья, Владик свистит. Свисток. Идем домой. Владик закупился. Поехали погулять по Кейптауну, старый город, здесь довольно симпатично, чистые улицы, красивые домики. Сейчас прыгнет за нас, тебя укусит. На мыс Промтеп, там пляж Януй, там наш пляж Найхарн, на котором мы купаемся каждый день, островок Вадим, а вот она, самая южная точка острова Пхукет. Тут много народу. Ой, скользко. Красота. Попали. Капитан! Едем в аэропорт. У нас лухари. Автобус. Надо будет закупить. Ну ладно, есть еще мои. Вот так вот.